Всем привет, дамы и господа и подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайф. И сегодня в своем новом последнем видеоролике на этот год про проект Amazing Online. В частности, я хотел бы вас поздравить с наступающим или уже наступившим новым 2023 годом. Желаю вам в новом году счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Пусть все ваши мечты сбываются, ну и, естественно, мирного неба над головой. Ребят, в сегодняшнем новом видеоролике на проекте Amazing Online мы подведем итоги года, а именно по взаимодействиям с игроками поспрашиваем у них, что изменилось за этот год, какие обновления порадовали их больше всего и как они отметят этот 2023 год, который вот-вот наступит в 00 часов. Желаю всем приятного просмотра. Опять-таки хочу напомнить, чтобы вы не забывали регистрироваться по промокоду Левонти на проекте Amazing Online, а именно на сервере Azure. Он у вас сейчас на экране, вводите его и получаете на 5 уровне гарантированно 100 тысяч рублей, а на 10 уровне 200 тысяч рублей. Этих денег вполне хватит, чтобы купить какую-нибудь машину и квартиру. Всем желаю приятного просмотра. Итак, друзья, всем привет! Я уже с вами поздоровался в начале, объяснил суть данного видеоролика. Давайте пройдемся кратенько за итогами, наверное, года. Что у меня получилось сделать на Амазинге за время моих съемок на канале Отличник Лайф. Но прежде всего, я думаю, стоит покичиться немного промокодом, потому что промокод растет неизменно. У меня уже 1528 использований, можете сами посравнивать. Если вы посмотрите старые видеоролики, где я часто тоже показывал промокод, то вы увидите, какое количество людей я привел. Ну, безусловно, немногие с моего канала переходят играть на проект Amazing Online, потому что их что-то, возможно, смущает. Возможно, кто-то не играет в такие игры, возможно, кто-то помнит меня по моему старому образу, тире амплуа. Но это не суть, я считаю, потому что, как-никак, Новый год, мы отступаемся от этих душных тем. Значит, за год ничего не поменялось абсолютно на Амазинге, в том плане, что я живу в том же доме, но зато у меня за место мусора появился теперь снег, его никто не убирает. Значит, включаем ВХ, давайте заберем нашу машину. У меня целый инвентарь аксессуаров различных, зеленый чай. Давайте зеленый чай мы, ага, не используем. Значит, на нашей верной Ешечке мы сейчас поедем, наверное, на Анашан, там попробуем пообщаться с людьми, повзаимодействовать, спросить у них что да как вообще, как они ощущают себя в роли человека, который играет новогодние, по сути, день, последний день перед Новым годом, по сути, сам Новый год на проекте Amazing Online, и что они вообще думают, что они считают по этому поводу, как изменился проект, как они собираются праздновать Новый год. Мне хочется пообщаться с людьми сегодня. Едем на Ешечке. Дорогу держит стабильно. Есть также аудиосистема, но я боюсь, что включать ее я не буду сегодня. И вообще выключу, наверное, чтобы не слышать другие аудиосистемы, потому что, сами понимаете, во-первых, авторские права, во-вторых, как бы, ну, не хочется засорять свой мозг не новогодними песнями в этот прекрасный день, потому что я уже за весь год наслушался и Моргенштерна, и Кизару, и многих других исполнителей. А вы напишите, кто стал вашим основным музыкальным исполнителем в этот год. Потому что очень было много сочных различных релизов у каждого из музыкального исполнителя, по сути. Мне больше всего понравилось, наверное, в этом году это альбом Last One Моргенштерна, ну и, безусловно, альбом Тузик Славы Мэрвел. Давайте подойдем, пообщаемся с людьми. Что вообще скажут? Здорово, ребята, можно вам пару вопросов задать? Во-первых, всех с наступающим Новым годом. Желаю вам в новом году счастья, здоровья, любви, ребят. Вот, и хотел у вас спросить в целом, как знаете, микроинтервью такое. Что вот вообще изменилось за целый год на Амазинге? То есть, что вот именно больше всего вам понравилось за этот год, и как вы отметите этот праздник? Тяжко сказать, типа на Амазинге, на самом? Ну да, в целом, OOC инфа. Что больше всего из обновлений понравилось, там все такое? Так, ну что... Я не знаю, что сказать. Ну, в целом, вышел уже вот новый новогодний квест, который вот только-только недавно добавили. А я его выполнил уже. Прикольно. Ну и как, что скажешь, легче, чем на Хэллоуин? Прикольно. Ну, я тебе скажу, вот я вот сгорел, знаешь, на чем? На чем? На гробнице на 9 уровне. Там что-то ну, жесткое было. А, ну я пролетел на плюсовое чисто. Ага. Вот. А так, прикольный ивент. Ну а в целом, как обновление, вот которое за этим вышло ивентом новогоднее? Прикольное, но было бы типа на дорогах, вот. Типа в местах лед, где машину бы подзаносило там. То есть его сугробы бы по бокам, типа прям вот. Прикольно было бы. К
Короче, больше реалистичности охоты на дорогах, да? Да, да, да. Вот чтоб это прям да. машину в кювет уносил, ты с обосранными штанами выходил из сугроба, да? Чисто такой. Регионы на номера, теплицы, да? Да. Это вам понравилось, зашло? Ну, вообще ништяк. Хорошо, ну, короче, ага, больше маппинга и систему шин. А, систему смены шин. Ну, это, в принципе, разумно. А как вы Новый год сегодня будете отмечать? Что будете делать? Бухать. Прям тут? Или потом уже с семьей вечерком? С семьей вечерком. А с сервера выходить не будете? Ну, вот это не знаю. Наверное, не будем, чтобы не пропустить. Может, что-нибудь будет интересненькое в 0-0-0-0. Салюты, да, МПшечка, может, какая-нибудь. Ну все, я понял. Тогда спасибо большое за комментарий, пойду других подоёбываю немного. Давай. Всех с наступающим, ребят. Давайте, я тоже с наступающим. Давайте. Здорово, Луня. Здорово. Можно тебе пару вопросов задать? Задавай. Что изменилось вообще на проекте за этот год последний? Что тебе больше всего понравилось? Нихуя. Да почему? Старый Amazon лучше. А новый чем тебя не устраивает? Не оптимизация, как минимум. Не оптимизировано? Ну а почему вы играете тогда? Ну что делать, нихуя дома. А как Новый год будешь справлять? Там и уйду. Новый год пить. С друзьями или с родителями? С друзьями. А на Амазинге будешь в этот момент находиться? Нет. Ливнёшь, да? Конечно. А ивент новогодний проходил? Нет, бля, даже не начинал. Вообще похуй, да? Абсолютно. Хорош. Не, ну мне же интересно. Ладно, пацаны, давайте с наступающим вас Новым годом. Давайте тоже. Я себе просто рейтинги поднимаю. Доверие граждан. Порнохабе? Ну, типа. Окей. Димет, здорово. Можно тебе пару вопросов задать? Что тебе больше всего понравилось из обновлений, которые были введены на Amazon Online за последний год? Скажи хуй, Федя, чё, блядь. Ну, Луня, не надо. Ну, вот вся инфа. Правильно, МГОВ на Amazing RP давно нету, блядь. Динамит. Динамит ты продашь? Чё, по сколько? За сколько продашь? Понял вас. Нихуя мне не понравилось. Во-во-во. А почему? А я ебу, блядь. То есть вообще ничего не зашло? Тесла, ты скин продаешь? Не. Кого? А этот ивент новогодний проходил новый? Даже не смотрел, только обновление скачал. Вообще не интересно пока ничего. Да я ебу, надо съездить посмотреть. А как Новый год отмечать планируешь сегодня? Блять, нахуяриться. С родителями или с друзьями? С родителями. А потом с друзьями? Нет. Друзей нет? Я же на Амазинке играю. А, откуда у меня могут быть друзья, да? Да-да-да. Так, ага. А с Амазинга вообще выходить будешь в новогоднюю ночь? Ну, в Арму 3, может быть, зайду. К старым подпивасникам, да? Да, там они любят парать. Пьяные. А где лучше комьюнити, в Арме или в World of Tanks где-нибудь там? В Доте. В Доте, согласен с тобой. Там идеальная комьюнити. Ладно, с наступающим тебя Новым годом. И тебя тоже. Здоровья. Счастья. Любви. Крепкой нежности. Винстон, что тебе надо? Мага Жес, Мага. Можно тебе пару вопросов задать? Как будешь Новый год отмечать сегодня? Под елкой с бутылкой пива? А будешь в этот момент находиться в области?
1.9 могу сказать продать. Скорее всего нет, да? За 2 ты на форуме возьмешь. Ну все, с наступающим тебя Новым годом. Здоровья тебе, счастья, дружище. Кто меня зовет? Вместе с катаном снимаю. Ребят, всех с наступающим Новым годом. В новом году я вам желаю счастья, здоровья, любви. Не забывайте регистрироваться по промокоду Левонти на проекте Amazing Online, именно на сервере Azure. Опять-таки напомню, что это вам дает 100 тысяч на 5 уровне и 200 тысяч на 10 уровне. Мы по взаимодействию с игроками поспрашивали у них, что изменилось за последний год, какое обновление они больше всего отметили. Получились абсолютно разные мнения, но суть одна и та же, что этот Новый год они встретят здесь, на проекте Amazing Online на сервере Azure. Всех с наступающим Новым годом или уже с наступившим, всем добра, счастья и удачи. И всем пока-пока.